Лукашенко. Его В финале Германия и Аргентина. Смеем предположить, матч сильнейших футбольных команд мира смотрели тысячи горожан. Молодежь Димитровграда, несмотря на позднее время, предпочла лицезреть красивый футбол в кафе. Мы в основном болеем за Германию, потому что на протяжении всего турнира сборная Германии показывает красивый, сбалансированный футбол и радует и своих болельщиков, и, в принципе, любителей футбола в целом. Матч чемпионов смотрели и большими компаниями, и парами. Исходя из нашего вопроса, в кафе, где все это мы и снимали, команду Аргентины поддерживало меньшинство. В основном болели за немцев. Болели за Германию, потому что за европейский футбол. Аргентинцы тоже хороши, играли весь групповой этап нормально, но немцы показали хорошую игру с Бразилией, когда выиграли 7-1, поэтому, мне кажется, они должны выиграть. Болею по-любому за Германию. За немцев, наверное, больше. Результативной команды. Надеюсь, хороший футбол будет. Потому что Месси, не люблю Месси. Еще в первом тайме болельщики ставили свои прогнозы. Минимальный будет разрыв, наверное, 1-0, может 2-1. Так и получилось. Но немцам понадобилось использовать дополнительное время, чтобы забить гол в ворота аргентинцев. В кафе не обошлось без сюрпризов. Болельщикам подготовили подарки. Девушкам и парням дарили футболки с логотипом чемпионата. А главным призом стал официальный мяч Лиги чемпионов УЕФА. Юлия Лаптева, Константин Белов. Новости Димитровграда.